Оцените вкус этого десерта в печенье «Сливовая косточка». Вам понадобится сливочное масло, сметана, сахар, мука, разрыхлитель и, конечно, сливы. Смешайте масло со сметаной, добавьте сухие ингредиенты, замесите тесто и охладите его. Подготовьте сливы, разделив их на половинки. Заверните каждую половинку в тесто, обмакните в растительное масло, а затем в сахар с корицей. Выпекайте при 180 градусах 25 минут. Полную информацию смотрите в описании видео.